Студенты кафедры технологий и организации общественного питания ЮРГУ провели для будущих абитуриентов мастер-класс по приготовлению напитков и мини-бутербродов канапе. Цель мастер-класса – познакомить будущих студентов с лабораториями и продемонстрировать процесс приготовления пищи. В данном мастер-классе участвовали наши студенты выпускного курса. На сегодняшний день в условиях пандемии не все абитуриенты имеют возможность выехать к нам на дни открытых дверей, когда мы проводим мастер-классы очно. Поэтому мы организовали для них такой виртуальный мастер-класс, где они могут увидеть наши лаборатории, условия работы в этих лабораториях и также познакомиться с одними из блюд, изделий, напитков, которые мы приготавливаем на лабораторных работах. Продемонстрировать свои знания и навыки приготовления закусок для стола к любому случаю вызвалась студентка кафедры Анита Сюмко. Целью мастер-класса было продемонстрировать навыки приготовления различных видов закусок. В нашем случае это канапе. С самого детства у меня была одна игра на все случаи жизни, это игра в повара. Я постоянно на кухне была, постоянно что-то пыталась сделать. Я очень рада, что я поступила именно сюда, именно на эту кафедру, именно в этот университет. После обучения в университете я планирую переехать в другую страну, чтобы обучиться новым знаниям, новой кухне, например, грузинская, армянская кухня очень прекрасная. И открыть там свой ресторан, и стать шеф-поваром в нем же. По словам студентов, мастер-класс оказался полезным, ведь совсем скоро им предстоит проявить свои знания в профессиональной деятельности уже за стенами университета. Сегодня на мастер-классе я показала, как легко и быстро можно приготовить прохладительные напитки для любого праздничного стола, либо фуршета. Технологом я решила стать еще в глубоком детстве, пойти по стопам своего отца, он у меня сам шеф-повар. У меня были задумки стать технологом, открыть свой ресторан, либо какое-нибудь маленькое кафе и управлять им. Сотрудники кафедры регулярно проводят для абитуриентов мастер-классы в различных лабораториях и демонстрируют опыты с продуктами питания. Все это необходимо для того, чтобы абитуриенты смогли больше узнать о специальности технолога.